Hello everybody, you're watching The Mental Trap with Juliana. As you know, today we're doing something different because I was invited by Miss Yulia Rusakova, who's an expert in psychology, hypnosis and brain studies. And today we'll talk about different unusual techniques for solving puzzles, which you can also apply to other areas in your life. Юлия, здравствуйте! И спасибо вам в первую очередь за приглашение. Юлиана, здравствуйте! Спасибо, что нашли время и пришли. Юлия, расскажите, пожалуйста, в чем заключается ваш метод и как вы помогаете людям? Я являюсь специалистом по работе с эмоциональными состояниями. Я знаю, где находятся ответы, которые волнуют большинство людей. У меня нет стандартных или готовых ответов для решения этих вопросов. Я каждый раз нахожу уникальный новый метод, который будет полезен только для вас. И если человек попал ко мне... То он реально попал. Извините. Да, правда в том, что я действительно не знаю ответов на вопросы, но я знаю, где они находятся и как их достать. Мы живем в информационном потоке, и наше мышление не успевает обработать всю полученную информацию. И именно поэтому очень важно знать только самое ценное и нужное для вас. Хорошо, а где мы найдем эту информацию? Ее еще нет. Мы ее будем создавать прямо сейчас. Во время гипноза или во время транса, как вам лучше это называть. Вы меня, конечно, извините, но... Я не верю в гипноз, транс и подобные вещи. Я тоже не верю. Вы же сами сказали, что вы работаете с этим. Как вы это используете? Юлиана, вы хотите получить новую информацию? Вы хотите меня загипнотизировать? Вы думаете, что это опасно? Ну, скорее да. Если это будет опасно для вас, то вы ничего не почувствуете. И даже не поймете, что произошло. Так устроена психика, что механизмы защиты сработают, и вы просто ничего не поймете. Jesus Christ, what am I getting into? Знаете, у меня идея получше. Давайте посмотрим на пару забавных интервью. Очень приятно, Петр Алексеевич. Петр Алексеевич, как приятно. А можно вам задать вопрос? Ну, смотря какой. Вас когда-нибудь гипнотизировали? Ну, в принципе, если я сам гипнотизер, почему бы и нет. Вы сами гипнотизируете? Да. Ну, такая профессия, да. Я беру ваши руки. Я уже за вас гипнотизировал. И я уже фотографирую. Никаких стесняшек. Смотрите, вы абсолютно раскрепощены, абсолютно свободны. Вы даже не пытаетесь сопротивляться. Я целую вам ручки. Все это. Вы довольны, да? Я вся ваша. Да, да, видите? Верю. Верите? То есть вас гипнотизировали когда-нибудь? А вы верите? А вы верите в гипнотизацию? Hi. So I'm going back to Moscow. Final decision is over. Sorry we didn't share the full version of it, but it was so boring, really. You know what? I should have told the lady that hypnosis is a crap. At least it would be fun to watch her reaction, right? Anyway, stay tuned to the Mental Trap channel. See you next time. Bye. Are we done? Listen, can you do me a favor?
Привет. А, это мне? Why didn't you tell me? Stop filming. I said stop filming! Gosh! What's so funny? Enough! Enough!